МОТВ и Росфонд продолжают совместный благотворительный проект в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Сегодня расскажем историю 8-летней Даши Жук. У девочки детский церебральный паралич, и ей требуется курсовое лечение в Москве. Помочь Даше можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. С утра, пока настроение отличное, вместе с мамой 8-летняя Даша приступает к самым нелюбимым упражнениям. Первокласснице нужно научиться самостоятельно выводить линии в прописи. Еще год назад девочка не умела самостоятельно сидеть, а сегодня старательно пробует писать и правой, и левой рукой. Ручку она уже как бы держит, но вот сама вести, она рукой еще вести не может, поэтому мы все делаем вместе с ней. Даша родилась раньше срока, весом чуть меньше килограмма. Из-за кровоизлияния в головной мозг врачи поставили младенцу диагноз «детский церебральный паралич». Самостоятельно ходить и сидеть малышка училась долгие 7 лет. Первое слово «мама» сказала только неделю назад. Регулярные физические упражнения, массаж, а главное – уникальное лечение в Институте медицинских технологий дают видимый результат. Она научилась у нас более уверенно стоять, она научилась делать сама шаги. И сейчас нам необходимо, чтобы она научилась сама немножко разговаривать. Потому что у нее звуки стали чище, они есть у нее, но самой как бы какой-то толчок, чтобы общаться с детьми и играть с ними, бегать. Вот, ей как бы нужно пройти еще лечение. После 3 курсов терапии в Москве Даша стала активнее двигаться. Зимой катается на лыжах, сейчас осваивает роликовые коньки. Теперь она может самостоятельно ходить. У нее улучшилась память и понимание речи. Чтобы закрепить навыки, врачи рекомендуют продолжить лечение. Даше необходимо продолжить реабилитацию в нашей клинике. Мы постараемся снизить мышечный тонус, увеличить объем пассивных и активных движений в руках и ногах, научить ходить без поддержки, расширить кругозор, память, развить речь, улучшить понимание обращенной речи. Стоимость 5 курсов лечения – 197 120 рублей. Таких денег у родителей Даши нет. Все средства идут на дополнительные занятия. Помочь девочке можно, отправив сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость – 75 рублей. В ответ придет СМС с просьбой подтвердить оплату услуги. Если вы не выполните это требование, деньги до Даши Жук не дойдут. Дарья Степанова, Вячеслав Шайдеров. События. ОТВ.